Вот единственная дорога в Уреки к нам сюда. У нас здесь центр, вот откуда я снимаю. И вот, соответственно, ворота нашего коттеджа и сам коттедж в глубине, домик одноэтажный. Очень уютный, я потом вам попозже его покажу изнутри. А вот наш дворик. Вот там это домик, где живут хозяева. Они нам сдают вот такой вот коттедж за 100 лари в день. Это примерно меньше, чем 50 долларов. Что внутри находится, я вам сейчас покажу. Вот здесь наша терраска. Очень удобно сидеть, особенно по вечерам в теньке. И вот, наконец, вы видите длинный коридор, из которого открываются двери в разные комнаты. Комнат несколько, из них жилых 4. Вот эта комната у нас считается гостиной, потому что здесь можно и гостей принимать, и можно днем, например, полежать, почитать, пописать или еще что-то, соответственно. Так, смотрим. Вот такие у нас сюда покрытия. Здесь у нас товарный склад. Здесь у нас, видите, вот мы вместо шкафа пользуемся очень удобно кроватями. Здесь у нас вот стоят наши чемоданы. И здесь, соответственно, прячется светлик. Но вот здесь вот он обычно ночует. Ему здесь больше почему-то нравится. В этом вот. Как видите, все стены деревянные, что весьма-весьма приятно. Так, идем дальше. По ходу дела дальше у нас хозяйская комнатка. Тут Алина Валерьевна проживает. Нашинская, да, вот мы все тут заряжаем у нас. Вот такая вот как бы двуспальная кровать, окошко, вентилятор. Если что, кондиционера нету, но он вам, нам, в общем-то, и не нужен был все последнее время. Сейчас, наверное, он пригодился. Вот, но уже посмотрим, уже в следующий раз. Так, дальше смотрим. Тут у нас тоже комната, в принципе, на двоих, но здесь живет старшой. Видно. Да, вот сразу все понятно, кто здесь живет. Так. Два вентилятора он себе поставил, вот, но из них, правда, один только работает. Вот у нас что здесь висит, Алина, рассказывай. Эвкалипт мы с собой потащим, надо мне его упаковать. Эвкалипт, а вот лавровый лист. Как мы потащим, мы пока еще не знаем, да, но как-то потащим. Давайте так. Дальше пойдем. Давайте, а дальше что у нас? Дальше пойдем в кухонку. Ой, какая красивая кухонка. Не, кухонкой мы закончим. А, закончим. Да. Вот, тут у нас, соответственно, только душ. Туалета нету. Хороший душ. В этой комнате. Соответственно. Вот у нас единственный умывальник, что тоже очень удобно, потому что он общий в коридоре, и можно все. А вот, соответственно, как мы называем, тубзик тоже отдельный, все очень мило. У меня даже такое ощущение, что они закончили ремонт как раз к нашему приезду. Потому что когда мы приехали, все было гораздо чище и лучше. Так, вот мы заглядываем в кухню. Вот у нас холодильник, телевизор, который мы включили за 3 недели один раз и тут же выключили. Вот наше хозяйство. Вот это такой у нас обеденный стол. Плита, в общем-то, все то, что нужно. В шкафах вся посуда, в общем-то, которая нужна тоже. А вот так мы разговариваем с хозяевами, они нам кричат, там Алина, Кирилл. И мы открываем вот так, и вот здесь вот они живут. И мы общаемся так, молоко покупаем. Вот, а там хозяев. У нас главные соседи живут вот за этой зеленью, это лягушки, которые ближе к вечеру начинают очень громко квакать. Ну, сейчас им жарко, поэтому они тихо, спокойно, да, и приятно. Сейчас холодный ветерок сюда дует, поэтому я прошу окошко это больше не закрывать. Вот так вот мы и живем 3 недели. Вот так мы выносим помойку в сторону пляжа. Вот смотрите, пыли сколько навозят машины. Это самое плохое, что здесь есть. То, что у них плохая дорога и все время пыль, пока идешь к морю, особенно когда с моря. Но так, в принципе, вот инфраструктура. Это потому, что мы в этом... Видна, соответственно, вот наш рынок, на котором вот стоит спиной к нам наш хозяин Георгий. Соответственно, вот его машина, на которой мы раскатываем постепенно.
И вот таким вот образом мы идем в сторону моря. А вот тут дальше идут дворы, и там дальше, вон вдали, всякие отдельно стоящие здания, которые составляют, собственно, первую линию морскую. Вот здесь местный рыночек, но мы на него ходили только один раз. Обычно мы ездим или ездили в поте закупаться сразу по-большому. Вот. А вот ресторанчик, который я называю суповой башней, потому что там очень вкусный грибной суп-крем. Или крем-суп, не знаю, как правильно. Вот у нас тут цветы даже растут на территории парка игрового. А мы сейчас идем вон в дальнее двухэтажное длинное, видите, здание. Вот там на втором этаже, в общем-то, неплохой еще один ресторан. Их всего здесь мы насчитали хороших, относительно хороших, разумеется, три. По очереди в них ходим. А это вот вторая дорога через Уреки вдоль моря. Море вот там вот с правой стороны. А туда дальше Уреки тоже продолжается. И здесь, как видите, тоже много туристов, ресторанчиков. Вот это вот тоже неплохой ресторан. Всюду аптеки, всюду практически. А вот там, соответственно, главный перекресток. Та дорога, которую я вам показывал до этого, перекрещивается с той, на которой я стою сейчас. И налево выход к морю. А мы сейчас вот поднимаемся, меня ждут. Поднимаемся в ресторанчик наверху. Вот так у реки смотрится с небольшой высоты второго этажа ресторана. Вот так вот. Это нам пока принесли кизиловый сок, то есть компот. Вот начинает нам подносить уже еду. Салатики, супчики, пюрешки, еще супчики. А самое главное, хачапури по-аджарски. А потом будет еще вам и хачапури, и шашлычки. Это пока общий вид нашего застолья. Здесь мы оказались на местном променаде, он небольшой. Вечером тут довольно неплохо. А так вот выглядят зады пляжа. Совершенно, как вы видите, все не цивилизовано. Но в этом есть определенные удобства, поскольку нету приписки к лежакам. Все спокойно, кто где хочет, тот там и живет. Не правда ли? Вот пляж в одну сторону, это в сторону Батуми. Вот так вот он выглядит, там далеко-далеко Батуми находится. А вот, соответственно, пляж в другую сторону. В сторону, как называется, Кутаиси, куда мы поедем в аэропорт. Сейчас середина дня, число нынче 10 июля, жара. Народ утренний ушел, вечерний еще пока не пришел.
И вот таким образом смотрится море. Все волны исчезли, которых Алина сначала боялась. И вот такая тишь и благодать. А вот крыша такая, немножко похожая на крепость, бежевая. Это... Как они громко кричат. Это дом одного, я забыл, как его фамилия, Патарцахишвили, или как его, которого в Москве убили. Вот это его было здесь жилье, теперь его жене принадлежит, в частности. Мы туда ходили, гуляли прям по садику, никто нас не остановил. Мы просто ворота открыли и вошли. А местные побаиваются туда ходить. Вот это голубенькое здание, которое тоже как гостиница работает, он тоже, вот этого Парцакашвили, или как его там звали, тоже теперь его жене принадлежит. И вот такая вот с высоты панорама, если можно так назвать, пляжа Уреки. Вот самый пыльный треугольник, или как его правильно назвать, перекресток. И дальше туда опять идут сосны, эвкалипты. Но воздух все равно внизу, он вот здесь очень чистый дует, а внизу, конечно, из-за пыли многовато. Из-за машин, вернее, многовато пыли. А это мы находимся как раз в ресторане, как мы называем, на башне. Потому что здесь, в общем, самый высокий ресторан, третий этаж. И вот сюда мы приходим покушать нашего любимого грибного супчика. Даже Алина, которая забыла застегнуть спину, и то приходит сюда. А я по несчастью, товарищ. Сереж, можешь мне застегнуть спину? А это вот тот ресторан, с которого я до этого снимал, второй этаж. Асем гомия, карс гавадан шензе от неба. Да саму дамо, да ви вицлем шенс лама стуале. Асем гомия, арми хвар харзу и пасома. Давай, 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 давай. И на нас теперь, молодец. Шензе пикареби. Вот он, умница. Zadi shor zadi i krepsulat skada ma vislede Čve sanu gešot, sanu kvari molemi ebi Magram šen tualeps, lamas ti treps rada ma vislede Sizmarši majic, angelo zad momevli nebi Шену и расодес, верга и гавро гором и хвороды. Месси хворулис, матховар и арам хопилва. И кнепги хворды, и хлана нобром и малавды. Оси хворуло, рам танжвели раме хопилха. Радган шен чем ты сихварули верга и мете Шен их и львитат, ме усом от кома хопили ва Амхни смадзинсе, ту араз дросар хваре бива Майн сми хварха, им дреби смадло бели ва Цади цвирпасо, чвен твой салва да се аджобе Эрт манет из твис, ар хопин вар тур мешек мнилни Бед магам цира, си хварул шим царе дам цина Икнем шен эхла, шен и бедит харка ма хопилин